Привет, мы продолжаем свое прохождение по Дому Кошмаров 2. Это уже четвертая часть нашего прохождения. Третья часть закончилась на том, что мы упали в какой-то непонятный кровавый колодец. И в итоге оказались в этой комнате. И мы все еще, судя по всему, в этом стрёмном подземном комплексе. Почему подземном? Ну, потому что я просто не видел еще ни одного окна в игре. Значит, мы под землей. Так, ну и давайте-ка пойдем. Где это мы оказались? Лифтовые шахты. Never Lose Hope Hospital does not allow patients and visitors into its maintenance sections. Only trained members of staff. Untrained staff or patients entering these areas run the risk of electrocution, severe burns, coughing fits, and potential limb loss. Please turn away now. Yes, I am talking about you. Ты же автоинформатор, какого хера? Вообще она мне что-то стала напоминать почему-то Гладос из Портала. Хотя Гладос, конечно, несоизмеримо круче. Не надо шептать. Тут у нас остатки. Ой, остатки, говорю, останки. Хотя можно и остатки сказать. Чё ж о них осталось-то. Кругом кровище и море трупов. Тут у нас затопленное. Так. Затопленная комната, в которой они стирали свое шматье, опять же. Тут мы ничего не нашли, кроме мокрых носков. Так, что? Тут кому-то горло вспороли, похоже, потому что хущик так набрызгало. Декстер бы разобрался в одноименном сериале. Он у нас специалист по брызгам крови. Так, ну что? Клавиатура мне не нужна. Это давайте-ка тоже. Куда-нибудь вон туда. И что мне это дает? Ага, тут я вижу баллон с пропаном. Или чем они его там заправляют. Отойдем подальше, потому что я знаю вообще, как они взрываются. У нас в моем детстве как взорвался один в соседнем доме, девятиэтажном. Так вот, там на том этаже в твоей квартире вообще перекрытия не осталось. Ну, здесь он. Здесь он какой-то слабенький. Видимо, там. Понятно. Видимо, там на донышке газа оставалось. Кто издавал эти непонятные звуки? Не хочу знать, но тем не менее. Так, я думаю, этот кто-то сейчас выломает дверь. Ну, чему быть, того не миновать. Собственно, мы попали. Насколько я смотрю, в раздевалку, хотя написано, что склад. Вернее, не раздевалку, а переодевалку. Так, ох ты. You're still alive. I thought you died or something. I lost track of you for like 30 minutes. No idea what happened, but I'm glad you're back. Look, I know you can see her. She wants something from you. Just be careful. The rest of the hull is blocked by rubble. Let me think. Oh yeah, go back to the laundry room. If I'm right about this, there should be an air vent behind the third washing machine. Go check it out. Понятно. Нам надо идти назад. Тут у нас завал, насколько он говорит. И так. И сейчас мы наверняка встретим обладателя того неповторимого баритона, который только что был тут дурниной. И я надеюсь, вышибем ему мозги. Так, это что?
а это просто трещина в стене. Хватит шептать мне на ухо. Кругом завалы. Привет. Ты один? Это хорошо. Так, все вроде. Так, за третий машины стирали. Откуда считать? Видимо, он та третья. Ну, давайте так, сначала ящик выкинем отсюда, к чертовой матери. Где-то здесь у нас вентиляционный ход. Ага, понятно. Ненавижу вентиляционный ход. Еще с фильма «Чужие 2» это у меня не любовь пошла. Потом, когда уж пошли всякие Half-Life, Фиры. Ой. Так, идем дальше. Я надеюсь, ты меня не куснешь, товарищ обгорелый труп. Кто там? Видимо, никого. Странный вентиляционный лаз наверх. Видимо, сейчас что-то на меня покатится. Чутье так мне подсказывает. Или мы просто упадем сейчас сюда. Но, видимо, ничего не случилось. Мне все равно страшновато вылезать. Ладно. Смотрим, что дальше. Это наверняка опять туалеты. Да. Я не люблю туалеты. Я не хочу в эти туалеты. Тем более выкровавлен. Но там лежат патроны. Блин, идти ли туда? Осторожно. Тихо. Блин, ну что ж такое? Фух, понесло, кажется. Так. Туда вы меня не пустите наверняка. Ну-ка, давайте попробуем. Давайте-ка в угол. Осмотримся. Я бы, честно говоря, выдохнул бы и пролез тут, но наш главный герой, судя по всему, не может этого сделать. Видимо, у него проблема с ожирением. Так, ну что? Вот какие неприятные звуки слышатся из темноты. Так, какое-то складское помещение небольшое. Кладовка, так скажем. Что у нас за этой дверью? Вашу ж мать. Ах, кто меня? Кто мне пендель отвесил, а? Ну-ка, блин, открой дверь. Ну это, по-моему, просто наглость. Взяли, блин, пендаля мне дали. И дверь закрыли. Так, ну что? Что мы тут имеем? Куча ящиков. Очередной аккумулятор. Даже два. И вроде как врагов не видно. Даже мертвых. Что это такое? Это у нас сигнальная ракета. Как она называется? Да, нам три надо найти. Вот, пожалуй, мы выкинем одну, вторую и третью. Пойдем возьмем вот эту. Или она должна светиться?
не понял. И вот это. Сейчас, видимо, мне придется. Блин, только не гасть. Ты даже гаснешь как-то страшно. Так, вот тебя. И так. И вот тебя, видимо. Так, что дальше? Мы запустили генератор. Означает ли это, что сейчас станет светло? Да, отлично. Да будет свет, как говорится. Ты что-то искришь? Мне не нравится, как ты искришь. Видимо, ты ненадолго включился. Ну, давайте попробуем пойти назад, что ли, не знаю. Кто мне тут пендаль отвесил? Ух ты, какой свет с отвключением. Ты один? Ух ты, быстрый какой. И мощный ты какой, а? Но в одиночку ты, честно говоря, не особо страшно. Скорее даже беспомощный. Такой, не ту кнопку нажал? Нет. Security gate opening. Please stand clear. Привет, Альма. Тут у нас опять трупы. Опять приоткрытая дверь. Та наверняка не откроется. Да-да-да. Давайте сохранимся на всякий пожарный. Что у нас дальше? Опять пендаль. И фонарь сел в самый подходящий момент. Ни хрена ж не видно. За помехи. Так, я вслушиваюсь, но за этим машинным гулом ничего не слышно. Что творится? Блин, у меня же глаза болеть начинают. Ну и ладно. Я ожидал чего-то такого, поэтому даже не вздрогнул. Вверх? Что дальше? Ух ты! И мне, видимо, прыгать в эту ямину. А там, возможно, какая-нибудь ко мне дробилка или что. А, там вода, я вижу. Да, это все очень напоминает Black Mesa, конечно. Только ни хера не видно. Что нам по этой трубе? Сможем ли мы по ней? Да, легкую вообще. Так. Какой-то еще тоннель служебный. Почему они затоплены? У вас что, вообще насосы не работают тут? В любом помещении подземном есть куча насосов автоматизированных. Что ж такое?
такое это за бардак? И почему тут воды нет? Если тут вода есть. Она струпно текла. Ничего не понимаю. Душевая. Отлично. Что тут? Душевая. Что тут? Ничего. Мне патронов, конечно. Ух ты, бляха-муха. Фух, твою мать. Бля, ты что, дураком сделал? Ну, что выпал? А, ты обрубок. Вода странно льется, я бы сказал. Шкафы попадали. Душевые какие-то непонятные. Дугой. Вот ты явно встанешь, у тебя с рожи что-то не в порядке, какой-то замблявый весь. Не знаю, есть ли такое слово. Замблявый. Ну ладно. Так, все, идем дальше. Ага. И он, в принципе, так и не встал. Встал другой. Если это можно назвать, встал, конечно. Закроем дверь с собой, потому что мало ли что. Так, комната не от ложки. Альма? Дверь открылась или просто из темноты? А, просто, похоже, проявилась из темноты. Что у нас тут? Палата. В полной темноте. Так, выключим свет. Это вынужденная мера. Подзарядим. Включим. Закрыто. И слава богу. Закрылось. Ну ладно, я упрашивать не буду. Не хотите, как хотите. Ух ты, блядь. Так, все, я хочу. Блин, опять фонарь отключился. Так. Дайте фонарь, пожалуйста, обратно. Ладно, хоть пистолет на месте. Так, вон там кто-то ушел. Это я видел. А вот он идет обратно. Братюнь, иди сюда, у меня пистолет есть. Я стрелять не могу. Отлично. А топором я могу кому-нибудь по черепу дать? Тоже не могу. Хорошо. У меня нет фонаря. Я не могу ударить топором, и там ходит какой-то непонятный темный силуэт. Сейчас я подойду, он испугает меня до усрачки. Причем это с косичкой кто-то. Видимо, медсестра. Ну и хрен бы с ней, как говорится. Пусть себе ходит. Блин, закройте дверь, пожалуйста. Я боюсь оставлять ее сзади. Ух ты, блядь. Ой, извините, что я матерюсь. Тут по-другому никак. Так, ну давайте посмотрим, кто же там был тогда. Так, ну уже никого. По крайней мере. Значит, тут можно патронами, наверное, поживиться. Нет. Ну ладно. Вернули фонарик, ладно. Так, идем дальше. Идем себе дальше. Эта дверь не открывается. И я рад этому. Однообразные коридоры. Что, у нас в мусорке ничего нет? Так. Хорошо.
Ну, будем считать, что мне почудилось, что тут дверь. Ладно. Так, кто это там такой стоит? Я как я не хочу сюда идти. Что у меня со зрением? Медсестра. Позовите медсестру. Что, реально, что ли, в эту дыру ползти? Без фонаря, без пистолета. Твою же мать, а. Что за тварство, а? Какая страшная игра. Так. Где это я? Откуда я упал? Почему не видно потолка? И что это за такие коридоры, вообще непонятно. Мне кажется, меня до сих пор еще кроют, глючат. Но, возможно, я ошибаюсь. Это на самом деле помещение такое будет непонятно. Откройте дверь, пожалуйста. Сейчас опять эта девочка появится. Хорошо. Я же иду. Вообще не пойму, куда я иду. Так, у меня ощущение, что я что-то делаю не так. Или, может, меня просто так морочит. Ух ты, а у нас же убавляются эти деления. Так я скоро окажусь закрытым в этих четырех стенах. У меня еще фонарь. Так, вот сейчас у нас три деления. Сейчас посмотрим, если их два окажется, то это печально. Оказалось. Сейчас я туда пойду и все. И все. Все. Я спрячусь в углу и буду сидеть. Мне все, ничего не будет. Выпустите меня отсюда. Ёлки-палки. Ладно. Так. Ничего не буду говорить. Идем дальше. Так, тут у нас, видимо, проводят вскрытие. Пойдемте-ка. Четвертый. О, живые люди. Или зомби на вертолете. Как? Не знаю, короче, кто это. Мы узнаем в следующей части. Я на этом пока прекращу. С вами был Артур. Всего хорошего, пока.